Только не с моим домом, боже! Это был салон! Полина, живи! Не, он сейчас ей еды. Короче... Всем привет, чувачки, с вами Мелскел. И со мной сегодня Полина. Полина, всем привет. В общем, сегодня будет легендарный день. Я ждала этого очень долго. Всю свою жизнь. Полина тот самый избранный вид человечества, который никогда не играл в Майнкрафт. Это то же самое, что никогда не смотреть Гарри Поттера. Ну и сегодня, как вы понимаете, Полина в первый раз в жизни. В первый же? Ну, вроде да. Первый раз в жизни она сегодня зайдет в Майнкрафт. Так, я ей отдаю компьютер. Вот, мышь. О, это что? Смотри, это кнопки. Куда тыкать? Одиночная игра, насколько я понимаю. Ну, ты одна играешь? С тобой. Ну, получается, сетевая. Ну, получается, да. Давай одиночная сетевая, это, насколько я понимаю, это с ребятами онлайн. Но... Да. Но я хочу играть одной. Это типа миры, да? Нужно выбирать миры. Нет, это мои миры, не трошек. А, создать новый мир. Я создаю новый мир. Let it go, let it go. Let it go, let it go. Как ты назовешь свой мир? Жопа. Жопа с блестками. Такая присыпанная. Режим игры выживания. Все, создавай так, подожди, новый. Подожди, подожди. Не трогай там ничего больше, сейчас все сломаешь. Читов включить. Я блогер. Смотри, мир создается, это твой мир. Клоака вселенной. Ой, ой, это ой. Ой, здравствуйте. Ну, короче. Прыгать вот так, окей. Это у меня голова закружилась. Я часто играю в игры. А почему там елки? Это не елки, это водоросли. Ой. Это кто? Это спрут. Это медуза? Это спрут. Его можно... А у меня есть пистолет? Ручками. Все. Да? Да. И что я получила? Чернильный мешок. Я не знаю, где у него там находится этот чернильный мешок, но ты получила чернильный мешок. Всегда мечтала. Так, что за звук был? Кто это? Коровы! Это коровы! Как отсюда выйти? Капец, ты ошалела. Ой. А что надо? О, я построила лестницу, ты видел? На самом деле не каждый догадывается. А ее можно убить? Привет. Куда? Куда она побежала? Так, а это что? Дыра. Снова я утопаю. Снова говорю пока. Так, а что делать надо вообще? Короче. Что? Тебе нужно добыть дерево. Дерево? Да. Хорошо, добывай дерево. А ты знала, что нужно дерево рукой добывать? Догадывалась. Я твои летсплеи просто смотрю. Нет. А это ягоды, да? Можно их собрать? Да. И что это? Это еда. И что? И чё? Я не понимаю. Короче, возьми его как в руку. Как отсюда выйти? Возьми его в руку. Вот это? Ягоды возьми в руку. Ага. Колесиком вот так типа прокрути. О! И что? Получилось. И что? Подсадить можно? Можно посадить. Смотри, посади. Вот, ты посадила. Оно когда-нибудь вырастет. Но не нужно сажать. Кушай. Как? Правую кнопку. Зажми правую кнопку. Ну, сегодня без завтрака. Блин. Ладно, как его съесть-то? Правую кнопку мыши зажать. Да, зажать. Смотри, на солнышко и кушаю. Круто. А где голод? Стоп, мы играем в последнюю версию, а где голод? Тут должен быть голод. Корова! Она убежала. Ты ее очень долго будешь убивать. Нет. Я не понял. Привет. Блин, а как ты так быстро убила? Я живодер. Рыба. Рыба, беги! Рыба, беги! Она уплывает! Уплывай! Убьет! О, селедка. А что будет, если я сделаю вот так? То ты будешь копаться вниз. И что, бесконечно? Все? Ну это камни. Типа камни рукой не сломаешь. А, мне нужно... Блин. Я в джакузи, я в джакузи, я в джакузи. Это факт. What? Если зажимать Ctrl, то ты будешь бежать. У меня рук не хватит. Вау, это турбо. Там, смотри, животное слева было красивое. У меня справа животное красивое. Это лиса? Да, это лисичка так. А как? Смотри. Блин! Вот тебя сейчас сразу все майнкрафтеры возненавидели. Почему? Я ребенка, значит, убил лисички. Да подожди, а нафига она вообще нужна, если ее нельзя убивать? Она на курице охотится, это типа плохой моб. Кто? Моб. 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 Персонажа.
такая, что тут надо делать? Давай тебе сделаем каменный меч. Хорошо. Возьми, открой сейчас Е, потом возьми, перемести в создание доски, ну, бревно. Ага. И у тебя получается доски. Ага, хорошо. Вот еще у тебя верстак. Есть доски. Верстак. Да, можешь верстак сделать. А теперь возьми, сделай себе верстак. Тыкни на него. Вот, на самом деле все хитрее. Когда вот добавили правила, даже Полина может разобраться. Теперь ставь верстак. На дерево? Да куда угодно. Мы перешли немножко на старую версию. У нас появился голод. Я не понял, где ты. А, что? Почему я здесь? Я тоже это не лава? Понял. Да. И что с ним будет потом? Ну, хочешь проверить? Умереть? Спасибо, не надо. Попробуй встать в лаву. Ага. Не, ну там прикольно. Да? Да, вот смотри, стой. Нет, не стой, блин. Вот. Вот. Короче, вот так люди тушатся. Угу. Теперь тебе нужно покушать, потому что видишь голод. И у тебя полтора сердца, сердца не возобновляются. А как сделать так, чтобы она... А, я поняла. Да, садовник. Аплодируем! Майнкрафт Майнкрафтом. Но сейчас я поиграю в Warface. А если вы не знаете, что такое Warface, это динамичный бесплатный шутер, в который играет миллионы игроков. Warface отличается огромным выбором PvP, так и PvE контентом на любой вкус. Любители PvP могут сражаться в 11 режимах. Отдельного внимания заслуживают PvE миссии в ежедневных заданиях во всех уголках планеты, которые включают в себя даже миссию в Припяти. Сейчас в игре проходит тематический сезон Рой, который включает в себя одновременную спецоперацию с новыми геймплейными механиками. Эта спецоперация стала одной из самых местных. Поэтому, если ты хочешь покрошить сотни врагов, обязательно ее зацени. Также сезон добавил две новые PvP-карты для режима мясорубка. Карту туннель для режима командный бой. Тематические награды, достижения, косметические предметы и многое другое. В Warface доступно более сотни видов современного стрелкового оружия. И на данный момент малое количество шутеров может похвастаться подобными показателями. Оцени сезон Рой в Warface лично. По ссылке в описании забирай подарочный набор снаряжения и врывайся в игру. Овечки! Черные! Ой, это был расизм. Три. Да блин. Курица! Не убегай! Сюда иди! Кстати... Это кто? Убегай, он горит, он тебя подожжет. Это как ты думаешь, кто? Я не знаю. Ну посмотри на него, на кого он похож? На дебила, который умер. Мясо. Я людоед. Это зомби? Это было зомби. А можно кушать милую плоть? Да, можно. И чё? Ну, скушай. А понос? А это мы сейчас и проверим. Короче, ты если ешь гнилую плоть, то у тебя сразу голод появляется. А, и чё? Все. Хорошо. Слушайте, ребята, у меня есть игровой канал, и мне вот интересно, будет ли вам интересно посмотреть, как мы с Полиной будем играть в Майнкрафт? Может, мы сделаем какой-то совместный летсплей? В общем, если под этим роликом наберется 100 тысяч лайков, то мы с Полиной снимем летсплей. Смотри, давай с тобой сделаем верстак. Во-первых, он у нас пропал почему-то. Правильно, так, допустим, потом, ага, ага, молодец. А теперь верстак. Голова закипела. Вот такой. Давай тебе сделаем. Что ты хочешь? Меч, кирку, либо мотыгу? Кушать хочу. Теперь нужно из досок сделать палки. Как ты думаешь, как можно скрафтить? Ах ты хитрая. Ах ты хитрая. Я не настолько тупая. А, у нас не хватает этих досок. Потемнело. Так, обратно. Нет, стоп, тебе срочно нужен меч. Сразу сработано четко. Делаешь меч, вот, да, кирка. Ага, дело сделано. Короче, теперь давай выживать, потому что сейчас ночь. Это очень опасно, на самом деле. Давай! Большинство, на самом деле, копает себе просто дырку внизу и закрывается, чтобы их не убили. Ну, я так начинал играть. Сейчас мы проверим, как ты выживешь. А кто тут есть? Кто это? Hello, motherfucker. Ой, сразу опасность, убегай, убегай, понемножку бей. А че он такой страшный? Он очень быстрый и опасный, даже я его боюсь. Полина, живи! Да не ори! Все, ты охотник на монстров. А что это значит? Так, ты добыла перья, ты теперь будешь петух. Ускоряйся. Вот так. Это мозг! Полина, живи! Куда ты на монстра-то пошла? Там куча было. Ну куда ты-то на них пошла? Там их не было. Так вот не надо на них идти. Возродиться. Вот можно выжить. Вот заново. Там был паук страшный. Так, а ты, значит, сейчас будешь заново жить. А можно я здесь переночую? Когда будет солнце?
Солнце! Нет. Возможно, в будущем ты будешь очень хорошо играть. Возможно. Я прыгаю. Нет. Что мне делать? Let it go! Let it go! Let it go! Смотри, на самом деле ночью просто спавнятся всегда злые мобы, которые могут тебя убивать. Но это не страшно, на самом деле. Ты можешь от них убегать. По идее, там лежат где-то твои вещи. Ага, ты посмотри, они кружатся. Не, иди вниз. Я тебе отвечаю, там твои вещи. А если прыгну в воду, я умру? Не, вот в воду можно прыгать. Так, вот тут твои вещи, смотри. Оп-оп-оп, я все забрал. Кто это? Это? Да они не страшные, не переживай. На-на-на-на-на, я тебе передаю. Я не хочу! Нет, заберись повыше! Да нет, Антон! Смотри, видишь вот эти вот черные? Да. Самое главное, они становятся добрыми, когда им в глаза смотришь. Серьезно? Вот смотри, можешь на них долго смотреть, и они потом тебе там что-нибудь принесут покушать. Не, я тебе серьезно говорю. Посмотри ему на голову. Можно R вот так нажать, приблизить. И смотри ему на голову. Он, короче, потом добрым становится. Он страшный. Не, он идет. Он сейчас тебе еды принесет. Видишь, как его трясет? Это от радости. Короче, ладно, спускайся. Наступает рассвет. Доброе утро, мои родные люди. Спускайся, тебе нужно добыть еды. Повернись. Ой. Смотри, тебе дали яйцо. Его можно кинуть. Что так далеко? Я даже не понял, зачем ты так швырнула. А где оно? Ну оно улетело, ты уже все. И что дальше делать надо? Короче... О, цветочек. Мой цветочек, мой милый ангелочек. Я себе во двор поставлю их. О, кстати, вариант. Смотри, у тебя есть деревянная кирка. Ею можно добыть камень. Я каменщик, работаю 3 дня. Да всё, блин, ты... уже стемнеет, все сейчас темно. Короче, уже. Давай, у тебя есть земля, добудь земли побольше. Короче, сейчас сделаем тебе дом. Из земли, землянка. О, вон, кстати, крипер. Пока! Не, он классный, смотри какой. Самое милое животное, мне кажется. Так, а где мой дом? Вон там, справа, 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 справа. Убегай, убегай, убегай. Замруйся. Нет, нет, не вниз. Вот тут проход закрой. Закрой, нет, вот так. Еще, да, вот так. А теперь крышу делай. А что так темно стало? Ночь вообще. А попробуй вот так вот выложить доски. Карта Таро. И теперь поставь дверь. Вот тут поставь, да. А тут? Да. Все, ты теперь можешь закрывать свой хаус. А что мне так? О, мы открыли Майнкрафт хаус. Будем снимать тут тиктоки. Возьми и сделай себе кровать. У тебя вроде бы шерсть есть. Все, теперь у тебя есть кровать. Я не могу поставить кровать. Смотри, смотри. Боль, боль, боль. Вот сюда нажми, нажми. На вот этот вот блок. Давай. Оп. А что у меня дверь в руке? Дверь в обнимку сплю. Ты проснулась теперь днем, и ты тут теперь будешь всегда спавниться. То есть так можно избавляться от ночи. Смотри, день. Ого! Вот так просто? А как можно кирпичи получить? Наложить их в штаны. Слушай, я знаю, где кирпичи. Вот направо пройди, пройди направо. Вот прямо налево, налево. Подожди, надо как-то это обозначить, что у меня здесь дом. Смотри, кирпичи можно добыть в лесу. А вот и кирпичи. Появились ли они у нас в верстаке? Ты можешь про паркур? Смотри, он сюда не заберется. Ты моя девочка. Шо, где кирпичи? Посмотри, в инвентаре появились. Серьезно? Серьезно? Они именно так появляются? Ну, давай. Серьезно? Что? Да нет. Да. Булыжники того, что ты испугался. Откуда камни появились? Ты испугалась очень сильно. Типа ты нашла зомби. Вот посмотри. Ты пытаешься смотри, меня надурить, я сейчас, знаю. Сейчас еще кого-то найдешь, и у тебя опять появится. Я вижу, что ты врешь. Нет, мне. Серьезно. Что за тупое вообще? Что ну, это? Ну, смотри, там темный лес. Там, скорее всего, кто-то есть. Вот в темноте всегда спавнится. Либо вот тут в шахте внизу. Ку-ку. Вот слышишь звуки там? Это кирпичи. Ты сам испугался, дернулся, блин. И что, где кирпичи? Ну, а ты посмотри, он там оставил их. Я без шуток говорит, он там оставил кирпичи. Это из-за того, что ты испугалась, он это типа... Почему нельзя здесь их взять? Нет, иди, иди. Так, не подпускай близко! Убьет, 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 убьет!
Посмотри, там он оставил какие-то кирпичи. Убери палец. За углом прям. Hello, motherfucker. Нет, уходи! Быстрее, беги, беги! Капец, ты вышел. Он там, смотри, слева еще один. Вот если он, короче, взорвется, он оставит тебе кирпичи. Вот, и видишь, он оставил тебе кучу всего. Я же говорил. Смотри, смотри, вот можно подбирать. Ой. Приветики. Да я поняла. Там просто были кирпичи сами по себе. Нет. Да. Вот сейчас землю так получилось, значит, это работает. Так, начнем. Преображение. Обделка дома, девочки. Сейчас будет самое смешное. Можно я тебе топор сделаю по-быстрому? Сейчас ты поймешь, зачем тебе нужен топор. Вот. А. Поняла, да? О. А почему они на разных плоскостях? Все, пора спать. На сегодня все. Не спи, не спи. Ночью весело, на самом деле. Давайте я сундук сделаем. Стой, смотри, сейчас ты выйдешь на охоту. Сейчас ты охотник. Режим охоты, давай. С первого раза. С первого раза. О. Привет. Беги в дом! Там стрелы в тебя летят! Обосраться! Смотри, это, короче, крипер. Ага. Они добывают блоки. Вот, добыли. Я сломаю тебе жопу! Пипи! Не надо! Короче, если ты будешь открывать дверь, они вот там рядом тусуются, на самом деле. Вот они. Пол сердца! Офигеть! Спи! А, нельзя уснуть, пока это рядом монстры. Короче, ты сейчас не можешь спать, потому что рядом монстры. О! Только не с моим домом, боже! Спасибо! Короче, ребят, я предлагаю на этом заканчивать, потому что Полина тут точно еще поубивает. Если вам понравился ролик, обязательно ставьте лайки. Если вы хотите продолжение, я думаю, мы будем с Полиной там это снимать вместе на втором канале Майнкрафт. Если будет 100 тысяч лайков, то мы обязательно снимем. Ссылка на второй канал и ссылка на Полинин канал тоже, кстати, есть в описании. Подписывайтесь. А на этом все. С вами был Милскел и Вэл. Полина. Полина. Пока. Пока.